Венецианский кинофестиваль, вне конкурсная программа. Лора, когда мы вернемся домой? Скоро. Завтра мы проснемся в Париж. Сегодня вы будете не зрителями спектакля, а участниками настоящего опыта. Самые известные американские медиумы – сестры Барлоу. С тех пор, как вы вошли в мою жизнь, все изменилось. Для меня это самая главная встреча. Мы будем сниматься в кино? Нет необходимости изображать призраков, мы их снимем. Нужно придумать нечто новое. Кино должно пойти по иному пути. Натали Портман. Де Веневу. Откуда Верона? Лили Роуз Депп. Почему мы должны быть с ним? Это шанс. Воспользуемся им, пока все не закончится. Эммануэль Салингер. Это первое в мире... Фиксация на экране эффекта паранормальных явлений. Никто подобного еще не видел. Не хочу, чтобы ты к ней приближался. Ты ревнуешь. Мне кажется, что ты сошел с ума. Нет, я испытал нечто невероятное. На этих кадрах ничего нет, Андре. Еврейская подстилка. Месье Карпинский, извините, что называю ваше настоящее имя. Как можем мы доверять иностранцам в нынешней ситуации? Все хорошо. Скажи, Андрей, чтобы был осторожен. Планетариум. Фильм Ребекки Златовски.